день, дорогие друзья! С вами Анна СМИ на канале Питер Видео. И сегодня 27 мая 2018 года. День города, день Санкт-Петербурга. В этом году нашему любимому Санкт-Петербургу исполняется 315 лет. И сегодня мы хотим прогуляться по нашему любимому городу и показать вам какие-то интересные события, прекрасные пейзажи. Надеюсь, порадовать вас хорошей погодой и хорошим настроением. А сейчас мы вместе с вами отправляемся на площадь Островского, чтобы увидеть, посмотреть воочию фестиваль мороженого и, конечно, полакомиться этим замечательным продуктом. Мороженое в Санкт-Петербурге одно из самых вкусных. Я вот, например, предпочитаю мороженое от производителя Петрохолод. Мне очень нравится мороженое. Там есть и такие наименования, как «Раньше мороженое», «Даша», «Митя», различные стаканчики, вафельные трубочки, эскимо, пломбиры. Действительно, мороженое очень вкусное. И всем, кто окажется в Санкт-Петербурге, я рекомендую попробовать эту замечательную сладость. Пойдемте с нами.
Дорогие друзья, мы на самом деле второй раз на этом фестивале, второй раз выступаем в вашем городе, именно вот в рамках такого фестиваля. И нам очень, во-первых, я хочу вас всех поздравить с праздником, с хорошей погодой, замечательным настроением. И что нам нравится здесь, именно то, что нас действительно тепло и очень радушно встречает. То есть всегда море аплодисментов. Ну и мы, соответственно, для вас стараемся заготовить какие-то интересные эпизоды, да, которые вы вообще еще никогда не видели. Да. Вот. Поэтому мы сегодня привезли более насыщенную программу. У нас еще материал, еще самый лучший квадро стантрайдер вместе с нами, лучший в стране и практически лучший в Европе. Вот. Поэтому он своим обаянием, я думаю, покорит сердца многих-многих людей. Вот. Всем удачи, всем здоровья. Приходите к нам на программу. Мы и сегодня, и завтра вместе с вами. Удачи! Все, огромное спасибо, Сергей, аплодисменты. А теперь обещанное шоу. Друзья, давайте пошумим маленько! Ай, красавцы! Дорогие друзья, мы с вами прогулялись по центру Санкт-Петербурга. Праздничные мероприятия будут продолжаться и в другие дни, поэтому у вас есть шанс, те, кто находится в Санкт-Петербурге, побывать на них, получить удовольствие. Мы с вами побывали на 23-м фестивале мороженого.
Мороженое действительно очень вкусное, там представлены разные фабрики. Мы попробовали мороженое от Петрохолода, называется оно Kiss Me, с различными добавками. Действительно очень достойное, вкусное мороженое, нам оно очень понравилось. Продается оно в магазинах Лента и Окей. И те, кто не посетил фестиваль мороженого, могут восполнить этот пробел, уже приобретя это мороженое в магазине. И, конечно, нам очень понравилось фестиваль мотоциклов. Мы посмотрели, ознакомились. Это достаточно такое насыщенное, громкое мероприятие. Но нам оно очень понравилось. Большое количество людей на улице, горожан, туристов, гостей нашего города. Всех приглашаем в Санкт-Петербург. Лето большое, и у нас будут еще большое количество праздников, и праздник Алые паруса, и праздник военно-морского флота. И просто в непраздничные дни в Санкт-Петербурге очень приятно погулять. А с вами была Анна СМИ на канале Питер Видео с пожеланиями добра, света, хорошего настроения. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайк, подписывайтесь на канал Питер Видео. Всем всего хорошего, до свидания.